Утро Карачаево-Черкесия приветствует вас. Если сегодня дождь, то год будет плодородный. О погоде чуть позже, а сейчас о новостях сегодняшнего дня. Из Карачаево-Черкесии на территории новых российских регионов отправился очередной груз поддержки для наших земляков, участвующих в специальной военной операции. В рамках работы единого регионального штаба, организованного по поручению главы республики Рашида Тимрезова, в зону СВО периодически доставляется все необходимое. На этот раз на передовую отправили 9 тонн питьевой воды. Данный груз сформирован при поддержке и помощи сенаторов Крыма Казанокова и Виктора Бондарева. Этот груз приурочен к празднованию 9 мая, которое в скором времени будет праздновать вся наша страна. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить всех наших ребят, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, поздравить их с наступающим 9 мая и поздравить их семьи, их родных, пожелать самое главное крепкого здоровья и чтобы они все живыми вернулись домой с той победой, которую мы все от них ждем. В картинной галерее «Черкесска» открылась выставка «Хранители наследия», приуроченная ко дню возрождения карачаевского народа. Представлена серия фотопортретов педагогов и наставников, которые подверглись депортации или родились в Средней Азии и после возвращения на Кавказ всю жизнь посвятили воспитанию подрастающего поколения. Проект «Хранители наследия» подготовлен студенткой КЧГУ Армидой Капушевой и фотографом Ренатом Урусовым при поддержке Росмолодежи. Он призван сохранить воспоминания старшего поколения, их напутствие молодежи, подчеркнув важность людей, которые действительно стали хранителями наследия. Выставка продлится до 17 мая. Сегодня в России день радио. В этот день не забудьте поздравить тех, кто работает на радио, на почте, в связи, а также радиолюбителей. Далее прогноз погоды, а в 9 часов смотрите «Вести» на черкесском языке. Хорошего дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, ночью в горах с мокрым снегом, в отдельных районах туман, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 1-6, в северных и центральных районах местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 2 градусов мороза, в горах минус 3 плюс 2, а днем 13-18 выше нуля и местами до плюс 8. В Черкесске ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, ночью и утром туман, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 3-5, а днем 15-17 градусов тепла.